Привет, исследователи. Это исследователь истинный. Истинный исследователь. Я снимал эту площадку детскую. Как вы видите, здесь пара качелек, еще три сидушки, все. И хер. И до этого здесь были другие каталки. Даже больше было. Предыдущие у меня нет съемки, но была нормальная такая же площадка. Они просто все выдрали нормально, выкинули, ну или себе увезли и поставили вот это вот, ну по сути, тут пустота. Здесь были какие-то качалки, какие-то эти сиденья. То есть можно было посидеть. Вот. Сделали совершенно ненужное дело, еще хуже сделали площадку. Это просто элементарное уродство. Обращаться, ну, некуда. Это бандиты за бандитов там цепляются. Ну, я вам просто показываю. Таких площадок сотни. Стоят миллионы рублей. Растаскиваются. Ну, а вам на лечение даже нету. Лекарства ничего не будет. Вот такой вот факт. Это явная вот херня. Ну, нормальная была площадка. Жалко, у меня нет предыдущей этой фотографии. Ну, много больше было вещей, какие-то сиденья, просто какую-то въебать, какую-то херню. Вот такое вот дерьмище сейчас. Встали с колен. Ну, все, пока, ребята.